Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Данил Пай. Сегодня я подготовил востребованную среди подписчиков и интереснейшую тему, поизучал, чтобы рассказать вам сполна. Мы даже поедем в кое-какое место на минуточку. И, в общем-то, это тема об оружии в Америке, сколько владеет, сколько стреляют, сколько так далее. Потому что даже те, кто не живет в Америке, волнует это, потому что периодически, вы знаете, стреляют в школах порой. Поэтому об этом и интересно узнать поподробнее. Так вот, я суммирую информацию с более чем 10 источников для того, чтобы она была максимально правдоподобной, чтобы донести вам самую понятную информацию. И думаю, начать нужно со статистики, потому что, ну, я знал, что есть люди, которые хранят там в сейфе или где-то еще пистолет на всякий случай, самообороны и так далее в Америке. Тем более, я вам уже как-то показывал, что там в магазинах обычных вы можете купить, например, какой-то пневмат или трамват вообще свободно. Порой в почтовый ящик присылают вообще совершенно свободно листовки, которые кладут. И вы там смотрите, хочу я сегодня купить винтовку или на завтра АК-47. То есть такого плана. Так вот, статистика говорит, что 30% американцев оповестили о том, что у них есть оружие. То есть это только оповещенные. Скорее всего, там еще процентов 5 больше среди тех, кто там не оповещал или какими-то нелегальными способами их добыл. Но в целом мы можем говорить о том, что каждый третий владеет оружием. Но самое интересное немного дальше. Смотрите, что касаемо пола, 40% мужчин и 22% женщин говорят, что они владеют оружием. И вот тут вот более интересная статистика, которая, конечно, меня немного шокировала. В общем-то, когда у них спросили, сколько единиц оружия вы имеете, 32% говорят, я лучше не буду распространяться об этом, не знаю, на всякий случай. Еще 32%, то есть треть, сказали, что у них всего один пистолет, а с двумя-четырьмя единицами оружия 37%. То есть вы понимаете, большинство из вот этих вот людей, которые владеют оружием, имеют 2, 3 или 4 огнестрельных орудия. И что самое интересное, еще 29% людей имеют 5 или больше огнестрельных орудий. То есть вы прикиньте, 32 владеют одним, и 29, не такая большая разница, владеют 5 или больше. Прикиньте эти масштабы. Кстати, что с оружием ходят исключительно черные ребята, это относительно миф, точнее точно миф, потому что по статистике, которую мы имеем, 36% белых имеют оружие, 24% черных и 15% испанцев. Они их распределяют как отдельную расу, потому что они отличаются немного разрезом глаз, немного темнее, в общем-то, они испанцев немного отделяют, поэтому испанцы в целом не сильно там много и носят оружие, хотя у них тоже криминал достаточно сильно развит, 24% черных и 36%. 6% белых. То есть мы можем судить о том, что белое более опасное, чем черное. Что касаемо покупки оружия, например, если вы хотите получить разрешение на переносимость этого оружия, потому что просто купить пистолет тоже можно, вы тоже проходите определенные тесты, но вы его сможете хранить там в сейфе, если у вас дети особенно. Я, насколько знаю, есть определенные регуляции, у некоторых моих одноклассников, у родителей есть оружие, и они говорят, что они покупают специальные сейфы с какими-то кодовыми замками, несколько даже порой, для того, чтобы никто не прокрался, не взял орудие, для того, чтобы дети не залезли в тумбу куда-то, а там лежит, не знаю, 500 патронов и винтовка, поэтому законом это все контролируется. Что касается переносимого оружия, каждый полицейский владеет таким разрешением, то есть у него есть кобура, у него есть пистолет. Если вы хотите на всякий случай в сумочке, в рюкзаке носить пистолет, вам нужно быть как минимум 18-летним, иметь хорошую психику и зарекомендовать себя в целом как нормальный человек. Самое главное, у вас есть хорошее обоснование для того, чтобы носить с собой. То есть если просто купить, там, я насколько знаю, не нужно особого какого-то обоснования. Там вы просто говорите, что я порой люблю ходить на стрельбище и все. Что касаемо постоянной переносимости, у вас должна быть веская причина на то, чтобы носить с собой оружие. Дальше вы проходите класс тренировок, который тоже покажет, что вы, в принципе, умеете этим всем пользоваться, и вы не начнете стрелять в кого попало. После этого они должны убедиться, что вы ничего не нарушали, никогда ни в кого не стреляли, то есть до этого не было прецедентов или чего-то, из-за чего можно было бы вам отказать. Важно описывают, вы не должны быть зависимым от наркотиков, и также вам нужна справка от врача, который говорит, что вы морально в нормальный человек и, в принципе, не будете кидаться на кого попало. И на самом деле, я думаю, вы понимаете, правила не такие уж и строгие, практически как на права сдать, что тоже достаточно просто. В общем-то, вы платите $100, чтобы получить разрешение на переносимость. Дальше у вас есть 2 года до того, как его придется обновлять. У нас есть статистика, что 92 тысячи разрешений было выдано в Калифорнии. То есть есть какой-то большой процент тех, кто имеет оружие, и 92 тысячи могут с собой носить, что достаточно много. Но мы можем видеть, что по статистике Калифорния достаточно бедна на оружие и владеет таким разрешением только
0.031% из всех живущих в Калифорнии. На самом деле, я уже не раз в видео говорил, что американцы считают владение оружием это как частью Конституции, как их законным правом, потому что когда-то это было так, и сейчас особо ничего не изменилось, и в принципе нельзя просто взять и выкупить все оружие. Да, есть определенные попытки, но не сильно все это и движется. Что гораздо интереснее, население Америки сколько? 350 миллионов человек, я насколько помню. Таких разрешений было выписано 17 251 354. То есть потенциально каждый 20-й в Америке может с собой носить пистолет легально, и которому сказали: вот, все, иди ходи с пистолетом. И я уверен, если вы сходите в магазин или куда-то, вы точно встретите 20 человек, и как минимум один из них сможет носить с собой оружие. Прибыл с благородной миссией показать вам, смотрите, так выглядит стрельбище. Написано, что пистолеты разрешены на территории помещения, и написано, что все должно быть там, где оно должно быть, в кейсе или где-то еще. Также написано, что если у вас нет пермита, все должно быть в кейсе. То есть вы все еще можете купить пистолеты и приходить на стрельбище. Если у вас есть пермит на ношение, вы его в карман или в кобуру положили и притащили. И они всегда вот как-то так замаскированы, вы никогда не узнаете, что он здесь находится. И они почти все так, то есть они есть, а их много, но вы никогда не узнаете, что они здесь. Вот какой-то детский садик, а через дорогу стрельбище. Вот буквально 5 шагов. Кстати, в Калифорнии эта проблема не особо такая больших масштабов, потому что здесь, в принципе, уровень переносимости один из самых маленьких по штатам. Вот, например, во Флориде самое большое количество. Это 1 800 000. После чего идет Пенсильвания с 1 300 000. Дальше идет Техас. Как же без Техаса? Те самые техасские бойни. 1 200 000. Следующие 10 строчек по списку занимают более-менее такие сельские местности США, где просто пустыни, там, не знаю, сельское хозяйство. И что делать? Что делать? Рядом пустыня или рядом трава. Вокруг там 100 километров никого нет. Хотя бы по голубям стрелять с пистолета. Об этом думают местные жители, они ходят, покупают разрешение на стрельбу. Калифорния, как мы знаем, одна из самых последних, у нас здесь всего 92 тысячи таких человек, то есть вы сравните, Флорида 1 800 000, здесь же просто 92 тысячи. Но из-за того, что Алабама штат относительно небольшой, там целых 22% человек из-за количества имеют с собой вот это разрешение. То есть в Алабаме каждый пятый, даже по сути каждый четвертый с половиной, может с собой носить оружие. Я помню, буквально год назад рассматривалась идея, чтобы у каждого учителя в тумбочке с собой был какой-то не сильно опасный пистолет, для того, чтобы защититься в случае чего. Это как раз когда вот это было обострение стрельб в школах. И в целом основная масса была против. В итоге так и не приняли этот закон, потому что типа мы боремся с оружием, но в итоге мы учителям тоже даем оружие. Смысл тогда там, не знаю, перестрелки между учителем и учеником. В целом пришли к выводу, что скорее всего это принесет больше разрушения, чем там положительной стороны. На самом деле никогда особо не было популярно вот эти перестрелки в школе, но как только сделали это первые люди, когда это начало продвигаться, некоторые решили это повторить. Это, можно сказать, такая негативная тенденция. Я не рассказывал вам, вроде бы 3 месяца назад один парень принес в школу, в мою школу, пистолет, и он сказал своему другу на втором вроде бы урока, то есть перед ланчем, и он ему что-то говорит, типа, ты убирайся со школы, после третьего урока я взял пистолет, посмотрим, как пойдет. И, в общем-то, все наслышаны, все знают, что нужно делать в этом случае, никто не хочет вот этих всех разборок и перестрелок, поэтому он пошел, пока тот парень не видел, рассказал в директорскую, после чего приехала куча полицейских, они тоже незаметно это все действовали, поняли, чтобы он не заметил и не начал свой план заранее, они все сделали красиво, только на ланче он там куда-то вышел, потихоньку его начали там преследовать, незаметно это, и в итоге, когда рядом никого не было, его бах врасплох, он начинает убегать на школьную парковку, а скорее всего, я не помню, он был 12-классником, значит, он уже может в принципе водить машину, потому что практически у каждого 12-классника или даже 11-классника есть машина, на которую он приезжает в школу. Кстати, пишите в комментариях, хотите ли, чтобы я вам показал автопарк школьника в моей школе. Так вот, и в общем-то он бежит на парковку, а там уже сразу полицейские, в общем-то его захватили, не знаю, в нашей школе он уже точно не учится. Что произошло дальше, непонятно, но за это, я насколько понимаю, тоже садят, то есть за попытку покушения. В общем-то, в итоге все благодарны тому парню, потому что сделал разумно, все незаметно, провернули правильно. Это вроде бы было в пятницу, и я узнал об этом только в понедельник в школе, то есть было настолько незаметно вся вот эта операция перехват, что я в пятницу даже полицию не заметил. То есть действовали максимально разумно, я думаю, полицейские как-то образовывают в таких случаях, и все получается наилучшим образом. На самом деле, я уже рассказывал, все сильно зависит от района. Мы можем даже с вами сейчас
погуглить, вбиваем в Лос-Анджелесе карту по перестрелкам, и сразу нам выдает, где безопасно, где нет, где чаще всего что-то происходит. Естественно, в каких-то спальных районах будет меньше, и в целом это может помочь вам посмотреть, где, насколько и как безопасно. Мы можем видеть, там, не знаю, в Беверли-Хиллз маленький уровень всего этого, потому что чаще всего туда не заходят. Там, я думаю, возможно, только грабежи какие-то. А вот перестрелки чаще всего, я думаю, где-то, во-первых, в оживленных местах, во-вторых, например, в центре. И, кстати, я только недавно узнал, что в больших городах, там, не знаю, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего и так далее, расположены специальные датчики, которые умеют различать даже практически оружие, из которого стреляло, и оно может автоматически направить полицейский. То есть система уже работает круто. Кто-то выстрелил, и полицейскому сразу маячок. Бдзинг, один выстрел. Кто-то еще раз, бдзинг, два выстрела. Я, насколько понимаю, поднимается сразу рейтинг. Они видят это, как в Uber. Заказываете такси, Uber-водитель видит, такой, принимать, не принимать. То же самое полицейский. Оп, один выстрел, второй, оп, третий порог, надо срочно браться. И он мчит туда до того, как кто-то кого-то увидел или кто-то позвонил. Потому что порой это в каких-то закоулках бывает. Обычно люди, наоборот, бегут от таких мест. А тут сразу слышно, радар услышал, они много где расположены. И сразу едет на вызов. То есть максимально прикольно, максимально круто. Они борются с этим, но все же довольно-таки распространено. Хотя, если мы подумаем и заметим, что там раз в 3, в 4 месяца одна перестрелка, нужно понимать, что это, скорее всего, больше как погрешность. Это такой антитренд, о котором говорят, потому что он сейчас как бы на пике популярности. Это проблема, которая актуальна в данный момент сейчас. Но почему-то мало кто говорит, почему-то, не знаю, кухонным ножом тоже кто-то размахивает, например, в школах. А я уверен, такое есть. Поэтому, исходя из системы, в которой, там, не знаю, сколько, 100 или 200 тысяч школ в США, если в какой-то раз там в пару месяцев происходит перестрелка, это, скорее всего, ну, нормальное явление. Есть кто-то ненормальный, и он, скорее всего, захочет что-то сделать. Чем такой массовый бум? Я думаю, это было и раньше, это будет и в будущем. Поэтому это все еще не повод ходить каждый день в каске и в бронежилете. Но это повод научиться боевым искусствам и, как минимум, очень быстро бегать, потому что это вас спасет в любом случае. Ну а сейчас попрошу вас подписаться на Инстаграм, потому что я вот там новую фоточку выложил, а вы не подписаны многие, потому что я мало об этом говорю. Плюс давайте колокольчик и подписку, и вот ту вот красную кнопку снизу сделай серой, и я буду максимально благодарен. А если напишешь комментарий, то вообще респект. Вот как-то так. Всем пока-пока. Кстати, идеи в комментариях пиши, мне это очень важно. Пока-пока.